Поэтому пока что в плане лобби всяких этих... С этим вот товарищем сейчас подерусь, и дальше уже онлайн победителем будем. Проиграть, точнее. Так, он любил дэш-атаки делать, это я помню. Yep. Маленький Пикачу. Пимов на клюшку. Хорош. Не ожидал, что я проиграю. Он успел атаку импнуть. Я думал, он через меня будет. Дважды атаку выбрал. Так, ну я проиграю преимущество на самом деле. Сейф он шилд. Слишком далеко. Лоб за спейсом. Хорош. Скоро даже так уже бьет. Меня не поймал, но я слишком много процентов потерял в попытке бить. У меня почему-то на пич вообще большая проблема с убиванием. Не успел. Короче, дэш на самом деле это моя проблема. Я постоянно дэшу. Так, а вот это беда. Ладно, 20% набили. Товарищ из Германии, то есть у меня он подлагивать должен. Но на самом деле не так плохо. Мне не нравится, что я жертву чайную импичу. Беда. Он почти запанишил через весь стейдж. Плохой упса выбрал. Теперь меня заджаглит. Нам бы апсмеш делался. Ай, хотел репку достать. Да, он смеш всего убивает. У него дижойнтнутая вот эта фигня. Нейтральный гитап фиговый был. Че, я случайно смеш нажал. Я знал, что он сделает, поэтому скорее улица. Сильная репка. Хочу слишком быстро опцию, чтобы я мог его вот так вот панишить. Окей, okay, он даже атакой, даже задницу мою контестит. Блин, а вот это запанишил аж смешем. Плохо, не надо так. Сейчас даст. Бам.
Fuck me. Ну что, мне по слову не поражался, что ли? Holy shit. Good stuff, mate. Каждый раз с атаки встает. Let's go. Так, у нас best of five. Mortal Kombat 11? Не, не буду. С Германией хуже обычно у меня роут, чем со шведами. Боже, это стейджи. У него реакция на грабы прям очень хорошая. А, это апсмаш был, а не передний. Ну это прям не надо так. Я перенервничал человек. Не, ни разу не смог грабнуть. Блин. Мне не нравится мой джаб. Я сдох здесь. Не, нормально. Это я выбил. Чёрт. Пытается понять, как ко мне прочь надо. Хорош. Сам сдох. Оп. При том, все равно интересно против него играть. Довольно активный чувак. У него, конечно, большая проблема, что он полагается очень сильно на дэш-атаку свою и... Не очень хорошо знает свой approach. Monster Hunter с иероглифами я удалил. Он был на отдельном аккаунте. Мы играли в обычный. Блин, у них стейдж падает один лучше другого. Не спейснул. Подлагивает. Я прошу его залить на YouTube вот эту драку. Потому что мне уж больно нравится, что я
Даже почти никак дебил сящий. Плохо заспейсил. Ну, конечно, второй сет слишком часто сам себя убивал. Блин. Что я сделал? Я не то сделал. Надо научиться задницу все-таки к стейджу прилипать, а не вот это делать. Он теперь пытается спейсить свои дэш-атаки и боится репок, очевидно. С репкой можно вот эту фигню делать. Я забыл совсем. Пак, у него теперь репка. Мы прыгали. Не прицепился. О. Ну, дефолт мой прям. Он прям отбегает и дэш-атаку делает. И казалось бы, можно щит нажимать от этого дэш-атаки. И было бы здорово. Но почему-то он меня первый грабнул сейчас. Я на щит почему-то не хочу полагаться, это медленная опция, она меня бесит. А, мистер Сатурн. Я его выкинул случайно. Каждый раз атаки стоят. А я каждый раз на дебиле. Плохо. Йоу. Мордасом. Ну вот. Мне за него обидно. Ему, наверное, за меня обидно, когда я зонтиком падаю. Переграбнул дотфейс. Дотайс. Окей, он на этот раз заспейсил под мою задницу. Плохой троу. Опа. GG, mate. It was actually very fun.